Всем привет! Есть у меня вот такая красота Нора Токунага, гибрид Атравиолациума пигми и Радостикума. Очень интересная штучка. В общем-то, я к ней отношусь как к гибриду секции Латурия, чем она, собственно, и является. Достаточно приятные дендры этой секции, легкие. Как бы так вам ее показать? Вот такая у меня прелесть. Такие корешочки были, новые пошли. Ну, какой длинный. Растет, появилась у меня недавно. Уже вот такой ростик вырастила практически с нуля. И я ее активно поливала, рост же растет, но она все равно дала бутоны, которые очень долго набухали и вот так вот раскрылись. Я, честно говоря, сразу расстроилась, потому что, блин, это же не Нора Токунага. Ну где эти уши боковые, лись, огромные лепестки? Где это все? Вот что это? Что это такое? Уже прошло несколько дней с открытия первого бутона. Вот второй открывается. Она не белая, она больше зеленая. Губа у нее тоже как-то не совпадает с фото. Но я думаю, что... я, по крайней мере, надеюсь, что это из-за стресса, из-за переезда, пересылки, смены условий. И тут она вдруг решила процвести. Хотя, честно говоря, я не ожидала этого. Смотрите, зато какие красивые пятнышки, даже на стебелечках. Так вот, я не ожидала, она процвела двумя, вернее, процветает в данный момент. Ну, наверное, судя по корешкам, по состоянию, сил у нее хватило. Она вот такая хорошенькая, в принципе. Вот, и мне не сказать, что прям я в восторге, но неплохо, нравится. Хотела, конечно, нору, но посмотрим. Возможно, в следующее цветение уже без стресса, когда она пообвыкнется к новым условиям, новым удобрениям, новому всему, она выдаст еще бутоны, еще цветы, и я увижу эти длинные белые уши Норы Токунаги. Но пока вот в планах прикупить Роя Токунагу, мужа прикупить ей в пару. Или брата, или кто. К сожалению, я не вчитывалась в историю, кто такие Рой и Нора Токунаги. Но кто знает, будет мне интересно очень почитать в комментариях. Вот. Очень хочу себе купить Радостикум. И очень-очень ищу себе Брюса Гордона. Вот. Еще какой-то дендер очень хотела секции Латурия. Сейчас скажу. Норман Бенс, вроде бы он называется. Но, в общем, вот такое зацвело. Что-то зацвело, я понять не могу. Но вот знаете, по форме лепесточка и вот тут вот по волнистости, я все-таки надеюсь, что, возможно, действительно следующее цветение, а это все дело растянется и превратится в те самые лепестки, которых... Ой, извините, высматриваю новые почки. Отвлеклась от самого изображения, рука сама поползла вниз. Нет, нет, ну вот есть надежда вот здесь вот, но мне кажется, нет. Ну вот, новый рост. Может, с него процветет, посмотрим. В общем, вот такая красота у меня есть. Ну, честно, да, честно говорю, что когда ждешь вот чего-то определенного, и зацветает не то, немножко расстраиваешься, но, взяв себя в руки, понимаю, что цветок красивый, губа красивая, краб сзади замечательный, дам шанс, подращу, еще подцветет. Надеюсь, покажет эти длинные-длинные норовские уши. Вот, а на этом пока все. Всем большое спасибо за просмотр. Солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.